Запишите мне формулу на доске. Пишите, энергия равно. Энергия — это буква Е. Большая буква Е. Да господи, заглавная буква Е! Энергия равно! Равно пишите! Равно! Да зачем вы прописью пишете? Как обозначается равно? Как у нас обозначается равно? Параллельными прямыми обозначается равно! Да не вертикальными, горизонтальными! Энергия равно! Масса буква М! Масса буква М! Умножить на С! Буква... Буква С, молодой человек! Вы не знаете букву С? Буква С! Да не русская! Английская буква С! А русская С! С русская! С! С русская! Без Э! Просто С! С пишите! Просто С! Хрен с ней, пускай так! В квадрате должно быть! В квадрате! Да не в таком квадрате! Не в таком! Все это в квадрате должно быть! Господи! Двойка! Двойка должна быть в углу! Мимо! Не в этом углу должна... Давайте подумаем, в каком углу у нас может быть двойка!